перчатки, подходящая под дождливую погоду одежда и обувь и, конечно, сеянцы. Ульяновцы присоединились к всероссийской акции «Сохраним лес». Первых оказались лесники Маинского района. Компанию им составили волонтеры, арендаторы лесных участков и работники одного из ульяновских банков. Я считаю, что это не только для меня важно. Я считаю, что это важно для каждого человека – вносить свой вклад в здоровье природы и в сохранение наших лесов. Общими усилиями высадили больше 6500 саженцев. Это на одном гектаре земли. Сажали в основном березу, так как она больше всего подходит для местной почвы. Раньше до вырубки произрастал дуб. После дуба мы вот желательно нам надо сажать березу, потому что здесь почва богатая, то есть сосна здесь плохо приживается. Этой осенью миллионы деревьев массово высаживают во всех регионах России. Акция «Сохраним лес» ежегодная. С ее помощью участники восполняют пострадавшие от пожаров территории и создают новые молодые лесозоны. С каждым годом площадь лесов неминуемо сокращается. Только этим летом в соседних регионах Нижнем Новгороде и Марий-Эл сгорело несколько тысяч гектаров леса. Акция «Сохраним лес» является неотъемлемой частью федерального проекта «Сохраним лес». Так, по итогам весеннего лесовосстановления Ульяновская область заняла первое место среди субъектов Приволжского федерального округа. Мы перевыполнили план по лесовосстановлению на 130%. Акция будет продолжаться весь месяц. Присоединиться к ней может любой желающий. Места посадок отображены на карте на сайте сохранимлес.рф. Можно выбрать ближайшее к вам лесничество и обратиться туда для участия. Анна Тищенко, Улправда ТВ.